История конкурса юных кутюрье началась в 1999 году. Когда-то идея для его создания посетила чудесного педагога по технологии, который воспитал уже несколько поколений искусных мастериц. Я хочу поздравить вас, не удивляйтесь, но я хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником, праздником учителей технологии. Только в наших календарях есть такой праздник, больше нигде. Но мы с вами каждый год отмечаем этот праздник. Номинации разнообразные, как и сами наряды. Здесь было все, от домашней и рабочей одежды до красивых легких платьев. Наиболее благодатна для творческих воплощений категория фантазии юных модельеров, для которой наряды создаются из нетрадиционных материалов. В этом конкурсе участвую с 5 класса. Мне он очень нравится. Девочки привозят очень красивые модели, показывают. Мне очень нравится то, что можно все шить своими руками. То есть мне помогала создавать образ моя старшая сестра. Она у меня дизайнер по профессии. Мы вместе шили мой костюм. На самом деле это не такой простой труд, как кажется. Вложено очень много сил, много времени, много переживаний. Мы сюда здесь все пришли, и только кажется, что мы сейчас просто выйдем, пройдемся и все. На самом деле это целый праздник для нас, мы целый год готовимся к этому, и наша школьная жизнь, сплачивает нас, и все это мероприятие, очень здорово. Конкурс «Юные кутюрье» дает замечательную возможность участницам показать свой взгляд на моду и вкус. Еще они обретают одно немаловажное качество для девушки – умение преподносить себя. Красоваться перед публикой тоже нужно умеючи. Все участницы очень старались порадовать зрителей оригинальными образами. Ведь мода – это в первую очередь создание индивидуального стиля. Как говорят, модно то, что носишь ты, то, что носят все – это уже не модно.